Привет, передадите на телеканал через задний фонарь. О. Через задний левый фонарь. Да. Привет, лыжника. А? Ну да, да, вот это горы еще не доехал. Не доехал. А жареные пельмени ел? Рыбные жареные пельмени. Это вообще фишка? Вообще фишка, я ел. А с ними салат можно делать. Я вам даже ожарю. Зато? Ну. Я ел авокадо. Я тоже ел авокадо. Мы съели одну мангу. Ну. И заболели. Да. И все с горшка не слезали. Да. Пару-тройку дней. Вот была манга. Вы как ели? Ты далеко поехал-то? О-о-о-о! Без рук могу! Ага. Ля-ля! В кадр не попадаешь. Батька ремонтировал велотренажер. Сделал, теперь не остановить. Говорит, в отпуск поехал на рыбалку в Краснодар. Хорош, хорош. Давление сейчас себе нагонишь. Сегодня у нас... Охренеть, сколько газья, и уже просто уже во рту этот газ в легких. В общем, дядя Олег, что вы можете сказать что-нибудь в кадр? Я могу много чего сказать. Да. Да, уважаемые телезрители, я могу много чего сказать. Ну что вам еще сказать? Я так-то вообще много могу сказать. Здравствуйте, дядя Андрей, расскажите, чем мы сегодня занимаетесь? Чем мы сегодня занимаемся? Перебираем генератор, очищаем контакты от ржавчины. То есть теперь будет электроэнергия поступать в полном объеме? В полном объеме. Понятно. Гуд, идем пить кофе. Идем. Так, сполосну, будем здесь сполосну. Ага. Сегодня я получил посылку из Таиланда от моих друзей. Спасибо, Нэн, спасибо, Тим. Хай, Михаил. Хай, Нэн, хай, Тим, хай, Уилл. Я все еще учу английский и смотрю не туда, надо смотреть в камеру. Хвостов накопилось просто немерено. Даже подстричься некогда. Пацаны ждут, Виталя ждет, оба Виталика ждут детали, запчасти, чтобы я вырезал на своих ЧПУ станках. А мне некогда, честно, нет, не обманываю. Безусловно, я иногда ленюсь. I will try speak English when I will be make my video about my workshop. This is my workshop. This is a old building, and I stain this walls. And this window. I will be changed this summer one else room, and this I have changed this window. What I can do in this workshop? I was trying make this one. This is brass metal like copper, and I was trying to mill to cut aluminium. It is a form for bullet for my shotgun. I think it is not interesting, but I just improve my speaking skills. Ребята, есть замечательный ресурс, Интерпалс называется. Там можно знакомиться с людьми, которые также изучают иностранные языки. Если они изучают русский, а ты изучаешь там, не знаю, французский, ты можешь подключиться, познакомиться и общаться. В том числе, если человек нормальный, можно перейти в WhatsApp или в социальные сети. Вот, и
Это интересно.